Если вам не повезло и вы повредили свой автомобиль, вот тут у вас станет проблема, как определить точно цвет и тон вашей краски. В этом вам поможет рубрика «Автоцех». Важно знать и помнить, что любой цвет имеет бесконечное количество тонов и оттенков. И при выходе из покрасочного цеха на заводе-производителе краске присваивается определенный номерной код. По правилам колористики определяется цвет близлежащих деталей, которые будут стыковаться с ремонтной деталью. Поэтому на этом примере на машине у нас меняется левое переднее крыло. Соответственно, колорист должен найти максимальный цвет, который есть на выкрасках, или же при помощи спектрофотометра. Теперь судьба цвета вашего авто зависит от мастера по краскам. Именно его терпение, профессионализм и точные данные электронных весов помогут в точности воссоздать цвет вашего авто. Правда, на смешивание красок иногда уходит несколько часов, ведь формула может совмещать до 15 цветов и оттенков. Мы видим на экране зеленое поле, желтое поле. Читаем легенду с правой стороны. Вот есть такая легенда. Это говорит о том, что точное совпадение. Дюпон говорит, что если взять формулу, выбранную в одном из зеленом поле, и налить ее, то цвет будет не требует доколировки. Задать свои вопросы, получить консультации специалистов, подобрать краску и получить скидку на продукцию вы можете по номерам телефонов 096-939-55-56 или зайдя на сайт нашего партнера автомаляр.ua, крупнейшего в Украине интернет-магазина по подбору и продаже автокрасок. В следующем выпуске мы расскажем о видах краски и для чего они предназначены.